Доброго всем! Сегодня у нас в нежданчиках, хотя, собственно, это никакой не нежданчик, а частая проблема блока цилиндров. Кривая постель, коленвалы от Мерседеса V-образного блока цилиндров ОМ-442. Мы порой слышим такие мнения, что, мол, чего такому огромному блоку сделается? Мощный, большой, чугунный. Да, вот вы видите нашего мастера восстановления постели Тимофея рядом с таким 442 блоком. И казалось бы, чего ему будет? Давайте посмотрим на постель колена. Итак, Тимофей сделал касание по всем шейкам. Что мы видим? Мы видим, что левая часть сегмента, практически четверть, не коснулся резец. Вверху касание есть, справа касание есть, внизу от штанги касания нет. То есть четко видно отсутствие касания у нижней левой четверти. Следующая шейка, как мы видим здесь, практически половина окружности касания нет. Сегмент 180 градусов не обработан. Следующая шейка. Здесь меньше четверти, а резец не коснулся поверхности. Следующие две шейки практически полностью резец прошел по кругу. Подчеркну практически. Вот вам и мощный чугун, вот вам льющие форсунки и детонация. Так что следим за топливной аппаратурой. Осмещение вышло на 0,05.